Из-за ужесточенного карантина в столичных супермаркетах люди массово закупают продукты первой необходимости. В ход идут макароны, гречка, сахар, соль и туалетная бумага. Но одесские магазины работают в штатном режиме. Мы приехали в один из самых больших супермаркетов Одессы, чтобы посмотреть, есть ли очереди на кассах и остались ли еще на полках макароны и гречка. Сначала мы посмотрели на парковку и увидели, что больше машин из-за карантина не стало. Все как в обычный день, особенно в таком большом супермаркете. Внутри магазина тоже немноголюдно, кроме одного отдела. Я сейчас нахожусь в отделе макаронных изделий и круп, и наблюдается все-таки ажиотаж. Люди покупают сразу несколько пачек риса, сахара, соли. Некоторые даже покупают целыми коробками. Мы даже увидели одну девушку в маске. Она тоже взяла сразу несколько пачек. Вот даже вам сейчас покажу, что в этом отделе достаточно много людей. Ни в одном отделе такого количества мы пока что не увидели. Но на кассах столпотворение увидеть тоже не удалось. Перед новогодними праздниками и то больше людей. На кассах пока что все спокойно. Людей, как обычно, потому что это самый большой супермаркет, в принципе, в Одессе. Сюда приезжают покупать сразу оптом. Но на кассах, как вы видите, нет таких огромных очередей. Но вот людей в масках стало больше. Говорят, это просто для успокоения души и никакой паники. Но все-таки лишняя пачка макаронов не помешает. В случае чего это все равно же не хватит. Это так. На две семьи мне надо взять. Ну как, у вас сегодня был выезд плановый, либо вы все равно подготовились, там, если вдруг нет, дефицит плановый, продукта? Плановый. Нет, какой дефицит? Я в эти дела игрушки не играюсь. Надо было купить, надо. Это маме, детям, себе с женой, так что. Ну, у вас гречки так прилично. Ну, потому что детям надо одну упаковку, нам одну упаковку. У меня еще собака кушает гречку. Мы приехали, да. Ну, не из-за того, что у нас какая-то паника, а чтобы потом это было все в доступности, потому что полки все разметают. Угу. Ну, все-таки вы специально, да, выехали сегодня, чтобы да, на всякий да, случай? Да, да, для этого специально. Из-за паники людей. Смотрим, как обстоят дела в еще одном крупном супермаркете. Мы приехали в другой супермаркет и первым же делом зашли в макаронный отдел, чтобы посмотреть, есть ли здесь ажиотаж, и людей практически нет. Полки не пустуют, макароны на любой выбор, какие хотите, выбирайте. Но все-таки мы нашли человека, который закупился на всякий случай. Ну, немножко на запас. Это связано с тем, что карантин в Киеве? Не только. Сын звонил с Польши, у них нету куша. Макарон, каш нет. Что вы взяли? Ну, я пока макароны. Вы взяли только макароны. Давайте мы покажем. Сколько пачек? Для многих одесситов это запланированные вылазки в магазин перед выходными. Но помимо масок, самые находчивые пользуются перчатками, чтобы не притрагиваться к тележкам. Единственное, что я сделала, когда зашла в магазин, я одела перчатки. Потому что самое грязное место – это поручень тележки. Ну и стараюсь как бы не прикасаться ни к чему и не пробовать. Проверяем третий магазин. Как говорят продавцы, с утра ажиотаж наблюдался больше, чем обычно. Самые ходовые продукты – соль, сахар, мука и крупы. Говорите, что с утра было много людей, да? Да, обычно в выходные дни столько людей, но сегодня как бы все дети, но это как бы очень много. По сравнению с другими днями А что в основном покупают? Крупы. А что еще? Овощи и мясо. Для у кого всякого, ну, как бы, у каждого свой ассортимент. Ну, сейчас я смотрю, что не особо много людей. Мешками не нагребали, да? Ну, не сильно так, но обычно просто, ну, как бы, как сказать, что в будние дни такого ажиотажа нету. Сегодня было очень много людей. Наши наблюдения показали, что одесситы пока стараются не поддаваться панике и не скупать мешками макароны и гречку. Ведь на одних крупах долго не проживешь. Светлана Довжук, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».